Небольшой поселок Стрелка находится в Енисейском районе Красноярского края. Название его объясняется просто. Именно здесь Ангара впадает в Енисей. Летом сюда можно добраться только на пароме, зимой по ледовой переправе. Дорогая, ой, как я тебя рада видеть, Алиночка, дорогая. Как у вас дела? Да ты приехала, все? А это кто, посмотри, Егорка, посмотри-ка. Вот то, что Люся. Здесь живут мои дядя и тетя. В детстве я часто приезжала к ним погостить. Помню, как вместе с двоюродными братьями купались в почти ледяной Ангаре, как истинные сибиряки. Я точно знаю, родные всегда наблюдают за моей работой на телеканале «Енисей». Смотрят сюжеты и прямые эфиры, во время которых волнуются, кажется, не меньше меня. Всегда с интересом смотрим прямые эфиры новостей, которые ведет Алина. После новостей созваниваемся, обсуждаем. Поселок Стрелка – берег, куда мне всегда хочется вернуться.